Различные виды плоскостопия – чрезвычайно распространенная проблема, в особенности у жителей городов. Ходьба по твердому асфальту, ношение узкой обуви или туфель на высоком каблуке, лишний вес – все это и многое другое может приводить к деформации стопы. Плоскостопие способно серьезно осложнить жизнь, поскольку нередко является причиной остеохондроза, боли и отеков ног, деформации пальцев. Пациенты чаще всего обращаются с жалобами на боли, ощущение ломоты, тяжести в области стоп, голени. Бывает, беспокоит боли в области коленных суставов, тазобедренных суставов, а также в области спины. При плоскостопии очень часто стопа становится широкой, и прежняя обувь становится узкой, неудобной, и приходится менять на больший размер. С помощью индивидуальных ортопедических стелек можно откорректировать различные варианты деформации стоп, уменьшить нагрузку на стопы, создать комфорт при ходьбе и занятии спортом, а также улучшить осанку. Компания Меди, Германия, используя последние достижения медицины и техники, создала новую научно обоснованную технологию профилактики и лечения плоскостопия индивидуальными ортопедическими стельками Игли на динамической карбоновой основе. Уникальная особенность технологии Игли в том, что стелька обеспечивает не только ортопедическую поддержку сводов стопы, но и активно задействует мышцы ног. Легкая карбоновая основа, по сути, это пружина, которая выполняет защитную функцию. С одной стороны, она поддерживает своды стоп на необходимом уровне. С другой стороны, амортизирует статические и ударные нагрузки, которые стопа испытывает в течение всего времени, когда человек находится на ногах. Индивидуальные стельки Игли на карбоновой основе имеют большую линейку, которая подходит для различных видов обуви. Данная стелька предназначена для спортивной обуви. Особенностью стельки в том, что она имеет комфортное ложе, достаточно толстое. Спененная основа, которая сама по себе уже является амортизатором, имеется очень хороший метафизарный валик, выраженный и мягкий, для того, чтобы амортизировать все ударные нагрузки. Особенностью стельки является то, что она очень подвижна, что очень важно при занятии спортом, так как мышцы должны работать, они не должны находиться исключительно в положении коррекции. Эта стелька предназначена для ношения модельной обуви с каблуками. Имеется изогнутое карбоновое основание. Стелька достаточно тоненькая, ее можно носить в любой обуви, даже летом. Эта модель предназначена для лечения так называемой пяточной шпоры. Особенностью стельки является то, что имеется силиконовая вставка, которая снимает нагрузку зоны воспаления. Таким образом достигается лечебный эффект. Есть еще одна модель стельки – Active Light. Данная стелька универсальная, подходит в различные типы обуви. Она узкая и тонкая. За стелькой легко ухаживать. Достаточно просто протереть ее влажной салфеткой. Вот и весь уход за стелькой. Чтобы заказать индивидуальное изготовление стелек Игли, необходимо пройти бесплатное компьютерное сканирование стоп, которое наглядно покажет их состояние, а также наличие или отсутствие плоскостопия. Вид этих стелек будет определяться с учетом образа жизни и вида обуви, которую вы предпочитаете носить. Изготовление индивидуальных стелек занимает всего 10-15 минут. Инновационные стимулирующие элементы, постинги, устанавливают с учетом потребностей конкретного пациента. Особенностью стелек является возможность изменить положение постингов на этапах лечения без замены всей стельки и добиться высокой эффективности терапии. Кстати сказать, с момента изготовления они находятся на бесплатном обслуживании и коррекции в течение полугода.